друзья! Всем привет! Меня зовут Проха. И сегодня мы будем мерить с вами АЧХ с помощью планшета от Apple. И, конечно же, проверим эти данные измерительным микрофоном. В данном ролике мы использовали встроенный микрофон iPad 4-го поколения и два приложения, платную версию RTA Audio и программу Mobile Tools от фирмы Audio Control. В качестве референса использовались графики, полученные программой Room EQ Wizard с помощью измерительного микрофона Behringer ECM8000. Чтобы все было по-честному, мы делали измерения на одной громкости – с помощью одного и того же свип-тона из одной точки в пространстве. Для этого использовали подвес. Сам процесс выглядел так. Таким образом, мы сделали измерение для двух акустических систем. Полученные результаты представлены на экране. На этом снимке видно, какие различия в измерениях мы получили для первой акустической системы. А на этом для второй. На мой взгляд, iPad 4 можно использовать для измерений АЧХ даже со встроенным микрофоном. На этом все. Спасибо, что смотрите. Если видео вызовет хороший резонанс, то я протестирую еще кучу устройств, и мы с вами будем точно знать, каким девайсом лучше всего мерить АЧХ. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и слушайте группу Незмены. Пока!